С Пятым Вселенским собором связано имя восточного императора Юстиниана. Вот годы правления, вот я записала на доске. Годы правления. У него была возвышеннейшая цель. Он хотел возродить империю. Эту цель преследовали многие люди. Вы знаете, я вам говорила уже, что когда отрежут у человека ногу, у него появятся пальцы этой ноги. Поэтому люди давно уже... У них не было империи, но они жили империей, мыслили империей. Возродить империю, объединив Восток и Запад. Тем более, что на Западе императора-то больше не было. И он хотел под своим владычеством объединить Восток и Запад. То есть церковь остается на своем месте, но империя будет объединенной, один император. Вот, он был убежден еще, что христианство является всемирной религией и что оно должно подчиняться политическим целям мирового господства империи. Вы знаете, мы даже комментировать не будем. Все правители стремились христианство иметь у себя под рукою, под своим правлением. Вот. Юстиниан вел успешные войны. Вы помните, вандалы были в Африке, которые разрушали, ничего не созидали. Вот он успешные войны против них вел в Африке и уничтожил их. То есть вандалов не осталось, и до сих пор их нету. Он боролся против готов, ариан. Но знаете как, он разорял Италию, борясь против готов, ариан. Но план воссоздания Римской империи сорвался. Народ не хотел быть под римским игом. Империя, предполагается, римское восстановление Римской империи. Вы понимаете ли, в чем дело? Уже мечтая об империи, народ фактически уже выстраивал совершенно иные структуры. Из-под воль, например, уже формировались все города и городское самоуправление. Из-под воль экономика, значит, как-то объединялись. Впоследствии будут, это впоследствии вырастут цеховые интересы, цеха, то есть объединение по промышленным интересам. Это позднее. Но внутри уже сейчас созревали эти интересы. И все вот эти, преследуя эти интересы свои, личные интересы, интересы города, интересы там какого-то вот населенного пункта, они уже мыслили другими категориями, чем Римская империя. Понимаете как? Хотя мечтали о Римской империи. Но практически, в практической жизни уже вот фактически они не трудились на Римскую империю, не хотели иметь римских руководителей. Дальше он совершил самое главное, что я уже рассказала, построил храм Святой Софии. Такой красоты, что воскликнул: «О Соломон, я превзошел тебя». И огромный круглый купол, таких куполов не было, символизировал весь мир, всю землю под владычеством будущего восстановленной империи. Вы понимаете ли, мысль-то этого купола была? Весь мир под владычеством Римской империи. Он хотел уничтожить язычество насильственными путями. Какие он делал шаги в этом направлении? Послушайте, какие шаги. Я вам уже не раз повторяла, что история состоит в том, что какие-то идеи внедряются в сознание людей, на основании которых потом люди действуют. Мы с вами говорили, это когда говорили о том, как Бог готовил мир к приходу Христа. Помните? Идеи римского гражданства, идеи объединения людей. Идея внедрял Юстиниан. Он говорил так: справедливо лишать материальных благ тех, кто неправильно поклоняется единому Богу. Так, поразмыслим. Звучит очень хорошо. Неправо поклоняется. Надо лишить их материальных благ.
Но зародыш будущей инквизиции будет в этой мысли. Понимаете как? До, до инквизиции еще 500 лет. Еще раз можно? Но, а мысль уже брошена, что если люди неправо, неправильно поклоняются единому Богу, то справедливо лишать их материальных благ. Надо в Роспосовете обсудить, да? Справедливо лишать. Да, справедливо лишать. Справедливо лишать материальных благ тех, кто неправо поклоняется единому Богу. Но лишать полностью, а это справедливо. Да. Он шел настолько далеко, что он разрешал женатым оставлять семьи, а рабам оставлять господ ради монашества. Если ты хочешь служить Богу, ты можешь даже семью оставить. А если ты раб, то и можешь оставить своего господина. Вы чувствуете, как интересно? Он закрыл школы греческой философии в Афинах, которые были источником дохристианского просвещения. Ну, они уже там на них косо смотрели, на эти школы, а он взял и закрыл все эти школы. Афины – это греческая часть, Восток. Ну вот, и папство соперничало с империей, но не мыслило себя без нее. Вы понимаете, какая интересная вещь? Фактически есть власть светская и власть духовная. Они могут как угодно быть недовольными друг другом. Они могут быть соперниками, кто больше влияет на души людей. Но они не мыслят себя друг без друга. Папство не мыслит себя без империи, империя, значит, без церкви. И папство признало даже номинальную власть Востока. Когда Юстиниан созывал Вселенский собор, то папы, папство признало созыв Пятого Вселенского собора в 553 году против монофизитов. Но, а теперь слушайте, какая интрига получается. Против монофизитов. Ну как же он соберет собор против монофизитов, когда у него жена ярая монофизитка, а он ее любил, и она пользовалась большим влиянием на него. Он собирает собор против монофизитов, а монофизитские пастыри с заднего двора подъезжают и подходят, и Феодора их принимает. Ревностная монофизитка. Поэтому Юстиниан был лишен убежденности в этой борьбе. И когда вот этот собор там написано против монофизитов, он вылился во что? В то, что сожгли все найденные работы Оригена, который никаким боком не был монофизитом. Понимаете как? Ну, просто чтобы что-то такое сделать. Это очень интересно. Вместо борьбы с монофизитами напал на Оригена, давно умершего, и сжег все его труды, какие только мог достать. И Юстиниан сделал много зла, чтобы достигнуть величия своей империи. Но она прямо, он был очень старый уже, когда в конце своей жизни, она вся разваливалась на его глазах. Никакой империи у него не получилось, и даже своя собственная разваливалась. Будущее было за германскими королями. И теперь последний, следующий забор какой у нас там? Ну так что, они против монофизитов ничего не приняли? Нет. Не приняли? Нет. Против Оригена. Повернулась так. Против монофизитов, но они выразили неодобрение, порицание. То есть этот вопрос не рассматривался богословски. Их оставили так. Но выразили свое неодобрение монофизитами. Вот у нас так, как не было карты, так и нет карты. Но я хочу представить вам, что такое Восток. Это огромный Египет, это огромная Сирия, Ассирия, это Армения,
Это Малая Азия. Они все были монофизитскими. Слышите? Они все были монофизитскими. И поэтому этот раскол был внутри самой империи. Внутри самой империи. Значит, в каком году будет следующий собор против монофизитов? 680. Как? В 680-м, да. Последний собор был связан вот с чем. Вы понимаете, принимается решение. Вот приняли решение про эти две природы. Знаменитый Халкидон был. Я миную собор монофизитский, потому что там фактически ничего не произошло. Но в сердцах восточных верующих опять остается неудовлетворенность, потому что не решены некоторые существенные вопросы. Так, мы, значит, говорим, что личность одна, а природы две. А что относится к личности? А что относится к природе? Божественная природа и человеческая природа, а личность одна. А что относится к божественной природе? А что относится к личности, а что к природе? А воля куда относится? И одна воля или две у Христа? А теперь этот вопрос я вам адресую. Одна или две? Ну, пожалуйста, только мне базируйтесь на Писании. Что Писание говорит о воле? Подчинена Отцу, а где это ясно сказано? Творю волю не свою, но пославшую меня. Так, а, да. Я не от себя, а что Отец велит. Да, и потом не моя воля будет, а твоя. И есть такие места там. Я бы многое мог сказать вам, но говорю только то, что слышал от Отца. То есть много было что-то еще от себя сказать, но говорю, и я творю только то, что вижу Отца. Вижу Отца творящего, и я творю то же самое. Мы с вами говорили об этом. Но они задают вопросы так. Если воля одна, то где человечность Христа? А если две воли, то это тогда получается несторианство. Вы понимаете, да? Воля здесь понималась в широком смысле. Это выбор, желание, привязанности. В результате этих споров и среди монофизитов возникла новая секта – монофилиты. Моно-одноволие. Одноволие. И вот VI Вселенский собор в Константинополе в 680 году с участием римского епископа принял учение о двух волях и двух энергиях Иисуса Христа, но с подчеркиванием того факта, что человеческая воля подчинена божественной. Большое дело начинается с малого пожертвования, и 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. И здесь я должна буду вам немного рассказать про героя этого собора. Он называется Максим Исповедник, и вы знаете, кого называли исповедниками? Мученики. Мученики за свою идею. Вот он твердо, ярый оппонент на этом соборе был, он отстаивал, что у Христа была своя воля, но он ее подчинил божественной воле против монофилитства. Его привезли в столицу в 661 году. В 62-м он уже умер. И у нее язык отрезали, и руку отрезали, и на Кавказ сослали. Такие яростные были схватки. Он богослов, аскет, экзегет, литургист против монофилитов и монофилитского патриарха, временно смещенного. Максим объявил о его поражении на диспуте в Карфагене
еще в 645 году, а также на нескольких других африканских соборах. В 653 году его заставляли принять определение монофилитского императора. Он отказался, он противостал императору, был сослан во Фракию. Затем в 661 снова суровый допрос в столице. И, в общем, он написал 65 вопросов и ответов на трудные места Писания. Он написал также о Григории Назианзине несколько трудов против монофизитов и монофилитов и мистическое истолкование литургии. Он рассматривал так: цель истории воплощения Сына Божия и обожения человека, то есть восстановление в нем образа, разрушенного первородным грехом. Человек, созданный нетленным, свободный от страстей, вел в зло в мир желанием наслаждений, разрушил господство разума над чувствами, поэтому Христос должен был искупить род человеческий страданием, чтобы восстановить равновесие. Но эта мысль сама по себе не новая, она у нас еще в Афанасии звучит. Именно через воплощенное слово человек не только освобожден от невежества, но ему дана сила быть добродетельным. Цель человеческой жизни, достигнутая через самоотречение, это единение с Богом посредством милости. Ну вот это его учение. Значит, просто имя, чтобы вы знали, что на этом соборе яростно выступал против монофилитов, и собор принял решение, что у Христа было две воли, но его человеческая воля была подчинена божественной. И дальше на эту тему соборы не рассуждали, потому что это очень зыбкая вся почва. Мы никак не можем... Почему так славится собор Халкидонский? Потому что этот папа Лев I, великий прозван за это, он подошел к вопросу не со стороны того, как устроены там внутри Христа эти все отношения, а он подошел к проблеме двух природ со стороны нужд человека. Поняли меня? Это гениальность была его. Нам-то что нужно? Чтобы был Бог и чтобы был человек, чтобы состоялось спасение человека. И поэтому такой успех это имело, потому что наши нужды нам были понятны. Нам нужен Бог для спасения, ясно, что только Бог может спасать. Нам нужно, чтобы это был человек, потому что в жертву должен быть принесен человек. Противостать дьяволу должен быть человек. Ну, мы с вами говорили на эту тему уже, да? Ну вот, и вот в этом его была как раз гениальность. Значит, теперь в связи с... Значит, монофилит – это был собор. И еще будет один собор. Какой собор последний будет? 787 год. Да. Связанный с иконоборчеством, да? И с почитанием икон. Я не могу про этот собор рассказывать, не рассказав про арабские завоевания.